На площади адмирала Нахимова в Севастополе 22 декабря состоялось торжественное открытие главной новогодней елки города. Для горожан и гостей были организованы театрализованные представления, концертная программа, во время которой выступили как городские творческие коллективы и исполнители, так и приглашенные артисты российской эстрады. На площади развернули десятки точек с сувенирами и открытые кофейни, где можно было попробовать приготовленную на огне еду и согреться горячим чаем. Кульминацией праздника стало появление на центральной площади Севастополя главных героев новогодних праздников – Деда Мороза и Снегурочки. Они вместе с детьми зажгли новогоднюю елку. Завершением большой праздничной программы в субботу стал запуск фейерверков. Городские власти начали украшать улицы Севастополя к предстоящим новогодним праздникам в конце ноября. В частности, монтаж зажженной главной елки начался 28 ноября. В этом году севастопольцы наряду со всеми россиянами будут отдыхать с 30 декабря по 8 января включительно.